Самое главное, в моем понимании, это наркотические средства. И марихуана, и амфетамин, и ЛСД, и экстази. Безобидные таблетки от кашля, конечно, допускаем. Мы живем пока в украинском государстве, и все готовы отстаивать свое право, поверьте. Вопрос, вы готовы пройти полиграф? Конечно, ничего себе. А полиграф готов пройти меня? Стой ровно, и Господь тебе поможет. Вот стою ровно. Наркотическое опьянение. Это вот как нож. Да, его можно определять как скальпель. Ни больше, ни меньше. У нас было постановление провести мероприятие в данном заведении. Потому что оно попало под пыльное око прокуратуры, так как на протяжении определенного времени там систематически распространяются и употребляются таблетки от кашля. Где-то, как-то. Во время пути не обращай внимания на пыль, которая падает на твои ботинки. Кто-то, где-то, как-то. Первое, что нужно ввести, кто-то. В украинском государстве где-то, кто-то, как-то. Наркотические средства где-то, как-то. Пока.